по размерам помещения, я, конечно, в прошлый раз чуть-чуть занизил размеры, порядка 20 на 20. Все утеплено для того, чтобы максимально сохранять тепло, потому что в нашем бизнесе креветочном очень основная затратная часть — это на электричество. Заходим вовнутрь. Самый стандартный вариант, который все больше и больше покупают клиенты, мы этим сразу говорю не торгуем, это люди покупают такие бассейны, начинают с этого. В чем преимущество таких бассейнов? Это недорого стоит, можно везде установить, креветка в нем без проблем растет, простейшее оборудование. Самое главное — это теплая вода, потому нагреватель еще не подключен, но в любом случае его будут тоже включать, чтобы он поддерживал теплую воду. В таком бассейне креветка вырастет. Бизнеса вы, конечно, с одного такого бассейна не сделаете, но накормить семью, порадовать гостей вы всегда сможете. Для того, чтобы вы перешли к вопросу бизнеса, то таких бассейнов должно быть очень и очень много. На моих видео вы можете это все увидеть, понять, что, почему, ну, почему и как. По поводу оборудования для таких бассейнов. На сайте zookool.ua я поделал специально такие комплекты стартовые. Это фильтрация, обогреватели, подача воздуха. Поэтому по ссылочке ниже вы можете перейти и посмотреть, что почем. В помещении очень повышенная влажность. Ну, это само собой. Вот оборудование, которое покупается на нашем сайте Zookool. Идет разводка по всем бассейнам. Ну и самое же интересное — это наши креветки. Креветок очень много. Бассейн чистили, видите, подоставали с бассейна ящики, в которых прячутся креветки во время линьки. Вон огуречная сетка, в принципе, как и на моих других видео, которые я снимал у себя на своей мини-ферме, то же самое. Только здесь просто серьезных таких глобальных масштабов. В этом конкретно бассейне креветки, сейчас я обойду с другой стороны, креветки, конечно, не 5 и не 10 килограмм, ее здесь очень много. В конце нашего сегодняшнего видео Алексей мне пообещал, что выловит креветку, чтобы я мог сегодня вечером с семьей вкусно ее покушать. Идем дальше. Сейчас я сниму куртку и подостаю пару ящиков, покажу вам. Ну вот, ребята, это то, что мы будем вечером варить и употреблять. Товарная такая большая креветка Розенберга. Тут в этой порции порядка 2 килограмм. Огромное спасибо Алексею за подгон. Вот мы закончили, скажем так, наш обзор фермы в топ украинская креветка. Люди расширяются, люди растут, люди все получается. Ну и хотел, скажем, представить свои 5 копеек для тех людей, которые хотят сделать с этого бизнес. Ребята, вы должны понимать, что хороший бизнес получается тогда, когда вы хорошо и вложили деньги. Потому что не получится здесь с $1000 построить вот такое помещение, сделать качественные бассейны, поставить классное оборудование. Это все-таки дорогого стоит. Поэтому если вы хотите нормально зарабатывать, пожалуйста, и нормально вкладывать нужно будет. А если вы просто выращивать креветку хотите для себя, для семьи, то это любой потянет. Это не такие огромные средства. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.